Чуров звонит Путину, говорит, после выборов, одна новость хорошая, другая плохая. Путин говорит, с хорошей. Он говорит, вас выбрали. Он говорит, а плохая, за вас никто не проголосовал. Путин собрал свое окружение и говорит, у вас все есть, коттеджи и на берегу Франции, и южном берегу Франции, и на Рублевке, везде. Дома, жены, любовницы, машины, у вас все есть. Пора о людях подумать. Кто-то говорит, правильно, Владимир Владимирович, нам бы каждому душ по 200-300. Иском, вы же помните, на боях. Без правил зрители впервые освистали премьера. Когда тот вышел поздравить Емельяненко. Ну, пресс-служба тут же сообщила, что это освистывали побежденного. Хотя того уже 15 минут как не было на ринге. Его... Поэтому громко свистели, чтобы он слышал там, куда его унесли. Когда им объяснили, что это не так, и уже упрямиться было невозможно, пресс-служба, премьер-министр сказала, что это его приветствовали свистом. Мол, свист был одобряющим. Я предлагаю в будущем сразу писать так. Праздничным свистом и дружелюбной матершины встретили люди руководители Единой России. Ну вы хохочете, друзья мои, нас всех пересажают после этого.